Новый микрорайон в заречной части города. Район Мыс. Новые дома. Школа. Вот еще новые дома. Уже сданы. Можно жить. Большой паркинг. С теплым переходом из прям подъезда дома в паркинг. Здесь еще строятся дома. Но суть этого видео не в показать, какой хороший новый микрорайон. А тут маленько другое. Я вам сейчас вот покажу, продемонстрирую. На первом этаже паркинга такой мини-торговый центр сделанный. Чисто в один этаж. И теперь вам один интересный момент сейчас покажу. Поднимаемся на второй этаж. Тут уже начинается зона паркинга. Вот переход прям в подъезд дома. Как говорится, из дома вы сразу, не попадая на улицу, можете перейти к своей машине. Входная группа подъезда, домофоном, ну все как положено, как на улице. Также здесь такой холл с диванчиком, лестница. Есть лифт. Ну, и тут скоро что-то будет. Ну, откроем лифт. Вот лифт по паркингу. Даже два. Но в этом видео нам интересно не это. Схема микрорайона, домов. Но нам интересует в этом видео вот эта вот дверь. Если вы устали, можно сесть отдохнуть. Под нами дорога. И еще одна дорога. Ну и строятся новые дома. Как видим, сразу можно выйти из квартиры, из подъезда и, не попадая на улицу, перейти дорогу. Переход неотапливаемый, но в нем не настолько холодно, прям как на улице, чуть-чуть тепло.
переход. Тут можно спуститься на улицу. Автобусная остановка прям под переходом. Но это тоже еще не самое интересное. Вот, висят обогреватели. Вот от них тепло идет. Все-таки чуть-чуть отапливаемый переход, я ошибся. Но теперь самое прикольное, это вот сейчас будет. Идем мы себе из квартиры, так скажем, можно в тапочках, в халате. И попадаем вот в эту классную дверь. City Mall. City Mall у нас это торговый центр. И все, мы внутри торгового центра в фастфуде, в зоне фастфуд. Купили, покушали и назад пошли себе спокойно домой в халате и в тапочках. Классно же, да? В каких-то еще городах такое есть. Мы находимся в городе Тюмень. Заречная часть города, район Мыс. Сегодня, кажется, какая-то презентация этого района идет. Тут вон телевидение местное понаехало. Плюс еще был мэр города. Не так давно здесь интервью давал. Ну, пока мы шли, может, там видели, в кадр попадал. Смотрите, как классно придумали. Вот везде бы так, а? Из спального района по теплому, безопасному переходу и сразу в торговый центр. Сидишь дома, лень что-то готовить. В тапочках забегал быстренько, фастфуд купил что-нибудь, прибежал домой и поел. Всем спасибо за внимание.